Когда ты вдруг становишься ненужным, когда ты вдруг прекращаешь эту работу, жизнь меняется. Горечь от того, что Россия так обращается со своими талантливыми детьми. Правосудие наше, оно действительно как каток. Кирилл попал под этот каток. Навальный работает системно, он работает постоянно. В этой системе никакой альтернативы нет. То, что я описываю, это ненормально. И это болезнь. Это удивительно, я знаю. Я сам уже не верю в это. Похудел.